это, короче, мир оленей. Просто это какая-то, это как в Бэмби попасть, только где много Бэмби. Смотрите, к нам идет олень. Ты красивый. Ты красивый. Пока. Пойдемте купим еще вкусняшек. Короче, у нас соберется веселая толпа оленей. Тоже ждет. Надо помочь мне. Ой, ой. Так. Hello. О мой год, о мой год, о мой год. На, возьми. Все, пока не снимай, на, возьми. Отстань, отстань, отстань. Они кланяются, видели? Тихо, тихо, отчиму. Да тихо ты! Ты чего? Стой! На-на-на. Все, все, нету, нету. Больше нет. Теперь они преследуют Стаса и его карман. А еще они пожирают пальто твое, если ты им не даешь. Ты хочешь мое пальто, да? Ну, я вижу. Подождите. Одно. Одно. И тебе одно. Ой. Ой, же дикие. Ой, как будто с голодного края. Вас же здесь все кормят. Вам же здесь все дают. Стас и олени. Маленький за тобой, смотри. Ну дай маленькому за заслуги. Сейчас я тебе дам. Он поймут, где этот карман волшебный. А ты так делаешь? Нет, да? Я не буду так делать, скажи. Ой, стой! Ты какой? Все, нету. Нету больше. Хочу сделать напутствие. О, для тех, кто едет в Нар.
и так же любит оленей, как и я, берегите пакеты. Потому что иначе ваши пакеты будут выглядеть вот так. А еще когда покупаете печеньки, начинайте их раздавать. Старайтесь раздавать их не в ваших компаниях оленей. Иначе можете получить подколенную чашечку почти рогами. Но при этом они все равно, конечно, очень милые, безумные и прям такие добродушные. И милые. Люблю оленей. Что, мы закончили нашу прогулку? Они так классные, они такие классные. Я скормила им кучу печенья. Привет, в следующий раз скормлю еще.